Стадион в Донецке вмещает более 50 тысяч зрителей. Инженеры, конечно, в свое время здорово постарались. Ведь это удивительное сооружение по комфорту для зрителей и игроков. На таком стадионе должен жить футбол. Посмотрим на состав хозяев. Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Опасно! И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на заглядение. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Тут может что-то получиться. И вперед он идет. И как пробил. Уверенно сыграл голкипер. Тащит мяч вперед он. И удар должен последовать. Ого, тут же забивают и второй. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Да, не получилось с первой попытки, зато удалось завершить атаку вторым темпом. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Два-ноль. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Джошуа Кимих. Посмотрим за этой атакой. Кавани с мячом в штрафной. Что дальше? Кавани в положении вне игры. Отлично сыграно, надо решать. Все правильно сделал вратарь, просто отбил мяч в сторону. Судья показывает, что будет угловой. Навешивает Кимих. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Мац Хумельс. Александр Каларов. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобран мяч. Надо возвращаться. Эдинсон Кавани. Александр Каларов. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Вот это спасение! Мяч уходит на угловую. Подает Кимих. Вариант Тувен. Ох, какой гол! Какой гол! А он и не пытался бить сильно. Тут речь не о том, что удар не получился. Правда ведь, гол-то есть. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти! Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Это может быть опасно. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Чиро Иммобили. Все в рамках правил, можно играть. Райт Филлипс. Набиль Фекир. Джошуа Кимих. Пока неплохо. К дальней штанге летит мяч. Гол! И это уже парад голов какой-то.
Да, не думаю, что такое отыгрывается, а пропустить, наверное, еще команда вполне в состоянии. Невероятной точности удар головой и гол. Мастерский гол. Мастерский. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Райт Филлипс. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Пижонский пас, но точный. Это может быть опасная атака. Попадает под прессинг. Райт Филлипс. Атака остановлена, но кто получит мяч? Флориан Тове. Джошуа Кимих. Эдинсон Кавани. Это может быть опасно. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение. И как опасно пробил. Великолепная комбинация. И мяч влетает в ворота. Да, они на этот гол, конечно же, наиграли. Здорово вскрыли оборону соперника. Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча. Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Может получиться интересная атака. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Лоренцо Инсинь. Александр Каларов. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хорошо укрыл мяч. Пришлось отойти в глубину поля, чтобы получить мяч. Отлично сыграно, надо решать. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Джошуа Кимих. Набиль Фекир. Эдинсон Кавани. Ошибся с передачей Кавани. Райт Филлипс. Он, дошла передача до Ройса, он с мячом. И есть возможность тут. Три минуты добавлено к основному времени. Ставит корпус, укрывает мяч. Райт Филлипс. Не дали этой передаче разрезать оборону соперника. Чиро Иммобили. Тут может что-то получиться. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Ямайка к перерыву практически. 5-0. Четыре игрока. Второй тайм начался. И по итогам первого преимущество громадное. Но в футболе всякое. Попытка обострить игру. Набиль Фекир. Катают мяч игроки, выигрывающие команды, никуда они не торопятся. Великий комментатор Николай Николаевич Озеров в свое время сказал: нам такой хоккей не нужен. Ну, в данном случае речь о футболе. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно... Выше ворот летит мяч. Если бы не вратарь, был бы гол. Угловой удар назначает арбитр.
Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепен. Берет голкипер этот дальний удар без особых проблем. Похитрее надо действовать в следующий раз. Подает Кимих. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Набиль Фекир. Джошуа Кимих. Это может быть опасно. Чуть поточнее бы. Удар в перекладину пришелся. Тренер считает, что этому игроку больше не место на поле. Болельщики, похоже, с ним солидарны. Да, если бы он заранее знал, что так плохо сегодня сыграет, думаю, предпочел бы на поле не выходить. Но жизнь... Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Очень хороший первый тайм в его исполнении мы видели. Но он за первый тайм сделал хет-трик. Какие тут еще могут быть вопросы? По-моему, с MVP этой встречи все ясно. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Набиль Фекир. Чиро Иммобили. Посмотрим за этой атакой. Решил пробить. Отлично занял он позицию и спас свои ворота. Лоренцо Инсини. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Чиро Иммобили. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный удар. Кавани с мячом в штрафной. Что дальше? Попадает мячом в судью. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Фекир! Отлично сыграно, надо решать. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Обратный пас, очень быстро сыгран. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Набиль Фекир. Лоренцо Инсини. Пока неплохо. Нет, не дошел этот пас до адреса. Марко Верати. Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было до ворот. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. Родригес. Ему не нужно много возиться с мячом, чтобы быть в центре внимания. Кажется, Хамес Родригес видит особый шик в игре в 1-2 касания. Это наилучшее подтверждение его высочайшего уровня. Постоянно наращивая скорость атак, Хамес почти не делает бракованных передач. Все в ход, все в темп. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Не спасает тут вратарь. И возвращают они интригу в игру, хотя и горят в два мяча. Какой прекрасный гол все-таки, а? Однако ждать его, я думаю, могли не все. Да уж, сегодня этот вратарь играет просто великолепно. Может быть, это какая-то потеря концентрации? Трудно сказать. Надеюсь, этот эпизод его из колеи не выбьет. Пять забили, один пропустили. Громадное преимущество. Итак, гол престижа забит. Или ты думаешь, что из этого гола может получиться нечто большее? Ну, разница в счете, конечно, сумасшедшая. С другой стороны, всякое бывает. Было бы желание. Это может быть опасно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку.
Тем временем соперник перехватывает мяч. Александр Каларов. Набиль Фекин. Пяточкой, каблуком, как иногда говорят. Мяч потерян. Будет штрафной удар. И как пробил. Не получился у него этот удар. Удар-то был непростой. Трудно было мяч с лета в касание поймать. И вот такая срезка вместо удара. Марко Верратти. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Хороший пас во фланг. Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Эдинсон Кавани. Эдинсон Кавани. Именно он будет сегодня на острие, и ему не нужно много моментов, чтобы забить. КПД у него, кстати, просто отменный. Редко такой встретишь. Сумасшедший гол! Это ж надо было так исполнить! А этому игроку бить категорически нельзя давать. Он очень опасен. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти! Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Все как предсказывали, неожиданностей нет. Полное превосходство одной из команд на поле. Бывают иногда сюрпризы, но это явно не тот случай. Они настроились на победу и очень близки к ней. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Мяч потерян. Отличный перехват. Александр Каларов. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Тут может что-то получиться. Лоренцо Инсинье. И ближе к воротам игра переходит. Инсинье! Что же, игра завершилась. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате.